По мнению директора салона красоты «Артышок» Татьяны Родионовой, бизнес – это люди, а людям надо помогать. С самого открытия она решила, что необходимо проявлять инициативу и давать видновщанам то, чем сотрудники салона могут поделиться. А это, конечно, красота. На празднике видновчанка мы всех девочек украшаем, делаем прически, макияж. На День защиты детей 1 июня, это святое. Детишкам аквагрим делать бесплатно, естественно. То есть мы выезжаем, ну, и всем детишкам рисуем. Вот все вот стараемся, даже мы всегда дольше остаемся, минут на 40, на час, ну, чтобы всем детишкам хоть что-то нарисовать. Но для Татьяны и ее коллектива дарить жителям города Видное лишь только красоту недостаточно. «Артышок» активно занимается благотворительностью. В рамках акции «Чья-то жизнь уже не мелочь» здесь установлена емкость для сбора средств на лечение детей. Салон ежемесячно помогает собачьему приюту «Домашний». Участвует в подготовке подарков для пожилых людей в дома престарелых. Благодаря вложению средств салонов строительства детской площадки на проспекте Ленинского комсомола 70-72 в прошлом году во дворе появился новый игровой комплекс. Каждый человек должен какую-то частичку отдавать другим. А уж бизнес, ну, тем более, потому что все-таки мы имеем какую-то прибыль, и я считаю, что мы обязаны ею делиться. Даже к охране окружающей среды сотрудники «Артышок» относятся ответственно. В салоне установлена специальная банка для использованных батареек. Каждый желающий может прийти и выбросить свою использованную батарейку прямо сюда. За годы работы салон «Артышок» и его руководитель неоднократно были удостоены почетных грамот от администрации города Видное. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.